Сегодня мы расскажем не только об основных этапах развития английского стиля, но и проведем экскурсию по модному Лондону. Пообщаемся с известными дизайнерами и с молодыми трендсеттерами, чтобы с первых уст узнать, куда же стоит отправиться в Лондоне. С вами я, Дарья Шаповалова. Здравствуйте! Наш город – колыбель молодых и невероятно одаренных дизайнеров. Стрит-фэшн и фрики – эпатажное порождение британской моды. Одевался Оскар Уайльд вызывающе экстравагантно. Шляпа в английской традиции и великие шляпники наших дней. Сегодня, надевая их, вы выражаете уверенность и свою индивидуальность. Британский флаг – это символ британской государственности. Но судя по тому, насколько широко его используют в моде, он еще и символ британского стиля. Лондон – источник авангардной моды. Я приезжаю в Лондон для того, чтобы увидеть что-то новое. Если все разъедутся, что я буду делать? Еще одна составляющая британского стиля – самые продвинутые модные журналы.